Во избежание ДТП крепче держись за поручни. Сотрудники Люберецкой госавтоинспекции напоминают о правилах безопасного проезда в общественном транспорте. Инспекторы провели очередной профилактический рейд автобус. Результаты проверки в нашем сюжете. Здравствуйте, госинспекция Люберцы, старший лейтенант полиции Тимоня. Документы будьте добры, ваш, пожалуйста. Перед выходом в рейс проверка технического состояния автобуса. В первую очередь документы водителя, затем исправность транспортного средства. Такую проверку инспекторы ГИБДД проводят на территории обслуживания не реже одного раза в месяц. Главная цель – предупредить аварии с участием общественного транспорта, в результате которых пассажиры получают травмы. И эта работа уже дает положительные результаты. На сегодняшний день на территории обслуживания отдела ГИБДД МВД России Люберецка наблюдается снижение дорожно-транспортных происшествий на 20% по вине водителей пассажирского транспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Водитель должен соблюдать правила дорожного движения и следить за техническим состоянием транспорта. А пассажиры, в свою очередь, помнить о рекомендациях сотрудников ГИБДД. Передвигаться в автобусе или маршрутке сидя, а если нет свободных мест, не забывать держаться за поручни. Перед выходом из салона дождаться полной остановки транспортного средства, а также пользоваться ремнями безопасности при их наличии в автобусе. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.